имеем полное право задержать до сотрудника. Вы задержаны до приезда сотрудника полиции. А, ты вор! Да. Я отказываюсь, чтобы они меня снимали. Тикток снимаете? Да, да. На вас напали? Да. Сколько вам лет? Мне достаточно. Ну, 18 есть? Конечно. Документы есть у вас? Всем привет! Огромная просьба, досмотрите это видео до конца, напишите комментарий после просмотра и поделитесь этим видео в соцсетях. Итак, что же произошло? Зашли мы в магазин Ашан купить воды, взяли энергетик, пробили в кулинарии и нам отказались дать чек. Сейчас в начале видео вы убедитесь, что они не дают чеки. После чего мы пошли на выход. И тут смотрите видео. Приятного просмотра. В один чек, да? Да. А можно чек, пожалуйста? Нет. Нет? Нет. Почему? Я вам пробиваю в кулинарии только стики клеить. Все. То есть чеки вы не выдаете? Нет. Да? Только на кассу чек дают еще. Пожалуйста. И потом? Я помогу. Ну ладно. Чеки не выдают. Клеют какое-то говно вот это непонятное клеют. Чеки не выдают. В один вот там пойдем, там проходим. Поговори, какой вас давали, платят за кредитки, потом мы вас отпустим. Я же сказал, не буду два раза оплачивать, зачем? Покажите чек. У меня нет чека. Ну что? Чего они предупредили на входе охраны? Я его предупредил, он глупый, он не понимает. У нас на клее пошел. Там разберемся. Пройдите, если вы не виноваты, вас отпустят. Если вы послушаете. Когда вели себя нормально, без рук, пройдите, когда отпустят, пройдите. Чего вы сопротивили? Зачем, вернее, купил только что банку. Что, воровать буду, что ли? Короче, идешь или нет? Что? А, пойдем. Не иду. Идешь? Не иду. Хорошо. Ты прав, да? Ты прав, Коль? А, я сказал. Полицию сказали. Отказывается они пройти в 1-2-2. Полиция здесь пускай зовут. Вот это напиток у вас? Напиток. Ну, а чек где? Ну, у меня нет чека, не дали мне чека. Ну, тогда пойдем в остановку. Я не хочу. Они не выдают, сказали. Ну не выдают чеки, сказали. Они с торговой залом еще. Да. Ну как это так? Через торговый залом, не помнишь, и цены, и чека, ничего не было. Мне сказали, чек мы не выдаем, я не знаю. Кто, как это так? Нет. Вот у меня такой нету же был такой вопрос, как такой это так? Нету. Пойдет, восстановим чек. Не хочу. Сейчас тогда вызовем сотрудника полиции. Ну, вызывайте. Вызывайте. Я жду пару минут и ухожу. Я не уйду. Я не уйду, кто-нибудь? Вы будете? Да. Я 2 минуты. Не подойдет полиция, я ухожу. Стойте, мы имеем полное право задержать до сотрудника полиции. А кто вы? У вас даже бейджика нет. Там у вас даже бейджика нет. Представьте, да. Я зовут Сергей. Я никого не хочу ждать, я не знаю, кто. Я полное право знать, я вам скажу, что мы тоже все права знаем. Давайте посмотрим, лично как удостоверение. Да. Это не удостоверение, это карточка. Это карточка. А удостоверение можно? Она в кабинете лежит, я ее не ношу. Это подпись, вот она, подписана. Кем? Читайте, если вы умеете читать. Не понял. Нет, стоп, молодой. Девушка, подойди. Алия, можешь подойти ко второму входу? Тут это от девушки малолетки, это чек не показывает на энергетике. Что ты? Руку убрал свою? Они уходят, они не хотят. Я не приехал. Руки убери от меня. Сейчас сотрудники полиции идут. Они вон там. Сейчас пусть они... идут, я вам дала. Идут. Сейчас идем общаться. Ты что с вами разговариваешь? А как с тобой, блядь? Пойдем. Как что с тобой разговариваешь? Да, сильно. Я с ним на матах. Ты прав, блядь, признай свою ошибку. Что ты на матах разговариваешь здесь? Пойдем, пойдем вдвоем выйдем. Готов? Вот попозже. Идем сейчас. Смена закончится и выйдем нахуй. Мужчина или кто-то? Смена закончится и выйдем нахуй. Какая смена? Прямо сейчас идем. Потом ты мне не предъявлял, потому что я на работе. Слушай, у нас вообще реально нет времени пойдем с ними вот это все обсуждать. Что, я имею полное право. Ничего, никто из вас ничего не имеет права. Я имею полное никакого права. У тебя удостоверение даже нет. Это вот, карточка, пожалуйста. Это не удостоверение. Это карточка. Я таких 10 сейчас напечатаю. Можешь пробить, она пробьется. Назвать. Где я пробью? Назвать можешь пробить. Если не веришь. Удостоверение. Ладно, все. Руки убрал от меня? Я вас не трогаю. Руки от меня. Я вас не трогаю. Трогаешь. Я вас не трогаю. Трогаешь. Нет. Трогаешь. Нет. Да.
Девушка, вы задержаны до приезда сотрудника полиции. Кем задержаны? Сотрудниками охраны. А вы кто? Сотрудник охраны. Карточку охранника. Сейчас сотрудники полиции подойдут, карточку, я вам все, карточку принесу. Руки все. Убрал от меня? Стойте, ждите. Я не хочу никого ждать. И с вами тут стоять я тоже не собираюсь. Ты что меня на телефон снимаешь наличные? Да вон, парень тоже наличные снимает. Стоим, девушка, ждем полицию. Игорь, включи регистратор. Ну, а раньше надо было включать, когда ты матом здесь орал. Он был включен. Включен был? Конечно. Зовите начальника охраны, где он? В офисе. Лень, что ли, пойти? Полминуты. Лень. Восстановят и все. Лень. А вам лень камеру посмотреть? Камеру? Да? Камера еще дольше будет ждать. Ну, смотрите, я никого не должен ждать. Никого не должен. Ну, тогда чек с охраной. Мне не выдали чек. Чек с охраной тогда. Кто не... Пойдем, покажи, кто не видел. Ну, полиция пусть приедет, им покажу, вам ну, нет. Пойдем. Никто из вас не представился? Никто, ни я один. Я представился. Удостоверение должно быть, а не бейджик. Здесь у всех есть удостоверение. Не надо сомневаться. Карточку охранника. Я бейджик такой, сейчас, прямо сейчас могу напечатать. Как мне убедиться, что вы не ряженый клоун? Форму охранника. Не обзывайтесь. Я не обзываюсь. Вы меня своими ручонками трогали? Я не трогаю. Трогали. Не трогаю. Это зафиксировано. Тикток снимаете? Да, да. Ты тоже снимаешь, да? Я нет, это она что-то снимает. Ну что, будете представляться? Нет, не буду. Почему? Зачем? У меня все написано. Это мой телохранитель. Вот оттуда пойди. Все, это мой телохранитель. Телохранитель все спит. Да, да, понимаете. Это мой телохранитель. Да, телохранитель. Кто такой? Что сказывается? А кто это? Я не знаю, кто. Это вот человек? Никто из них не представился, удостоверение не показал. Удостоверение ты показывал? Я подошел, представился. Удостоверение показал? Я не обязан удостоверение показать. Обязан. Вот сотрудник полиции приедут. По требованию граждан. Они по требованию, я им по требованию граждан. Обязан. По требованию граждан вы обязаны. Любишь? Я вижу, ты любишь. Это вопрос на вопрос, типа, что? О, мне можно, я убегаю, все. Я снимаю, меня не трогай. Я снимаю, ты молодец. Цирк устраивает, да? Цирк? Вот ваш цирк устраивает. Да, чем я цирк устраиваю? Ты можешь прийти полминуты и уйти отсюда. Мне чек не выдали, это проблема вашей компании, не моей. Да при чем ты это? Пошли бы там, показал бы, кто это сам. Вы не имеете права задержать. Какое право имеете? Вы что? Закон о частной охране. Он даже не представился, удостоверение не показал. Административный, уголовный право. Давайте мне говорят, пожалуйста. Вы с ними как-нибудь. Мне просто говорят, что вы девочку просто молодую трогаете. И это не пристойно, как минимум, как охранник. Мне предложили. Давайте идем в сотрудник полиции. Они пытаются скрыться. На основании чего их задерживаете? У них имелся неоплаченный товар, который они выпили. Вы полиция или кто? Вы на основании чего задерживаете? Сотрудник охраны, я вам еще раз говорю. Закон Российской Федерации, вы о чем говорите? Есть закон о частной охране. Еще раз. Прочитайте. И у нас есть свой закон. Вы имеете право? Да. У вас свой закон не соответствует Российской Федерации? Вы о чем? Они живут на отдельной планете. Они по понятиям живут просто. Зэки просто. Набрали зэков, да, и все. Не оскорбляй. А зэк это оскорбление? Не оскорбляю тебя. Зэк оскорбление? Не оскорбляю тебе, говорю. Я оскорбил тебя кого-то? Оскорблял? Нет, вот это меня оскорблял. Я тебя оскорблял? Ты нет. Ну а что ты тогда? Это вопрос, это вопрос был. Почему пришли на ты? Мужчина, я не с вами разговариваю. Я с вами разговариваю. А вы что так нервничаете? А что так? Что так? Ты что так разговариваешь? А что как разговариваешь? Что ты меня тут тыкаешь? А что? Что ты вообще адекватный? Молодой человек. Что? Слов даже нечего сказать. Свободен. Деньги перечет. Что ты? Что ты? Настя, будет трогать рукой, заливай его перцем, сразу говорю. Ну все, давай мне камеру, еще раз тронет, заливай его прям. Подожди, это станция, понимаешь? Ну обойди. Че, нажали там кнопку? Да, нажали. Давайте быстрее там еще раз нажмите. Подождем, давай здесь. Я снимаю, мне не надо мешать. Что, да, не надо меня вообще рукой трогать. Я тебя рукой не трогаю. Сейчас ты что делаешь? Я тебя рукой не трогаю. Не трогай меня вообще. Здесь, не дай бог телефон выпадет, не расплатитесь всей команды своей. Серьезно, что? Серьезно. Что ты такой блатной, что ли? Да, блатной. Постой здесь. Да ничего не буду здесь стоять. Если ты такой блатной, ну. Смотри, вот там придет. Да убери себе руки. Слышь, ты руки от него убрал? Я сейчас не понимаю, вы что, все здесь борзые?
Вы что, все борзые здесь или что, не понимаю? Борзянки объели? Это вы борзые. Да, борзые. Да. Вы бы по закону работали, а не как зэки бывшие. Ты меня не оскорбляй. Ты самой маме скажи про зэков. Да. Я вообще сам не разговариваю. Вот и не разговаривай. Ты что меня вообще трогаешь? Ты кто такой? Стой здесь. Стой здесь. Ты кто такой? Сотрудника полиции ожидает. Кто? Да я двумя руками трогаю, ты что? Да стой здесь, господи, встань от меня. Ты меня долго прижиматься к спине будешь? Вот иди туда. Педик или что? Че ты к жопе прижимаешься? Долго прижиматься к жопе будешь? Какая жесть, господи. Что вы делаете? Вы можете мне просто объяснить? Все, я пойду. Я люблю к жопам прижиматься. Они думают, что мы украли товар. После смены. Мы не крали товар, нам не выдали чек. Они нас задерживают как воров, да. Мы это снимаем. Пошли. Руки, я тебе говорю, стой, убери. Выпусти меня. Мне плохо, понимаете? Мне душно. Стой, мы ожидаем сотрудников полиции. Ну и жди. Ладно, все, я выхожу, потому что мне очень душно, вы я задыхаюсь. Вы не понимаете, человеку плохо. Скорую тогда вызывайте. Это эволюционный вызов, выход. Вызов? Ну вызови. Ладно, пока выйди это так. Я... Да, спасибо. Ты смотри, какой он хватает. Жесть какая, блин. Вообще просто. Ой, там Толю тащат. Ой, здесь. Да вызвали, сейчас приедет. Понимаешь, был бы ты в возрасте помладше, я бы тебя залил уже давно перцовкой. Кто здесь? Ребята, переходите в телеграм-чат, там будет видео без цензуры. Ссылочка в описании. Я не знаю, куда меня ведут, но это очень интересно. Куда вы меня ведете? Да не справится, я не сопротивляюсь. Куда вы меня ведете? В комнату. Какую? Администрация Анашана, я вас буду сейчас писать заявление. Заявление? Да. Без проблем. Без проблем. Давайте. За рюкзак не надо мне трогать. Вот сейчас что-нибудь в рюкзаке окажется, ты будешь виноват. А что у вас там может быть? Я не знаю, вдруг сейчас что-то окажется. Да нет, ничего. Вот, смотрите, как меня держит, получается. Не знаю, ребят, напишите в комментарии по всему этому поводу. Охрана просто очень борзая. Я не знаю, где они покупают лицензии, мы это еще выясним. Надеюсь, сейчас приедут полицейские, а не мусора, правильно? И мы все решим нормально. И охранников быстро, как говорится, выкинут к Новому году. Приветик. Руки нахер убрал? Успокойся. Руки убрал? Убери. Тебе сказали, убрал руки. Второго видно? Вот, меня закрыли, значит. Окей. Незаконное ограничение свободы. 127-я статья Уголовного кодекса. Присаживайся. Вы в курсе? Присаживайся, ожидай. Кого ожидаем? Ожидай. Сейчас кого? Сотрудники полиции приедут. Хорошо. Так, дайте хоть зафиксирую, как его зовут. А не что это? Не дам, на камеру не дам. Не что имеешь это? Полное право. Какое не право имеешь? Не имею? Не имеешь. Какое право не имеешь? Я только при сотрудниках полиции могу при тебе... сотрудниках полиции вы все поубегаете в свои каморки и будете плакать. Да, серьезно? Серьезно. Да. Картинку оставлю! Охренеть! Настя, здесь сними, они мне руки ломают. Я все снимаю. Впереди, вот смотри, как он держит руку. Сейчас. Девушка, а тебе есть 18? Пошел ты. Я с тобой разговариваю. Вот, смотри, как он ее загибает. Я тебе говорю, больно, отпусти. Влад, не переживай, на камере есть, как они тебя бьют. А, смотри, рука вся синяя, они мне нахуй все руки передавили, блядь. Не надо, взял? Щербаком. Да, Щербаком.
Что делать? Заходите здесь. Белоснежка, заходи. Зачем? Все, выходим. По женщину, ты чего вы сюда приволокли? Я хочу посмотреть, чтобы ребенка не убили. А, вот смотрите, пожалуйста. Живой? Хорошо. Живой, никто не будет трогать. Живой. А представьте, это ваш сын. Кто так вас А им плевать, понимаете? Им плевать. Я бы не взял. Он бы такое не сделал. Меня слепой ворует из сумки деньги. И ничего. Перец отдал? Это личная вещь. Это сотрудникам полиции отдадим. Да сейчас, ты чё? Мышь. А, ты вор. Да. Хорошо, на тебя будет написано заявление. Хорошо. Как тебя зовут? Григо. Покажи бейджик нормально. Я не вижу. Полиция. Смотри, пишем заявление на кражу. На кражу. Вот на этого человека. Я вообще посторонний человек. Вы каждый его трогали. Никто. Каждый. Его избивали просто. Ни за что причем, вы знаете? Здравствуйте. Мы ничего не делаем. Просто тихо. Что случилось? Тихо. Что случилось? Расскажите. Меня напали сотрудники. Вот сейчас ребята расскажут. На вас напали? Да. Сколько вам лет? Мне недостаточно. Ну, 18 есть? Конечно. Документы есть у вас? А для чего? Может, представимся сюда? Для того, чтобы заходи с камерой. Да. Я, можно я пройду? Заходи с камерой. Секунду. Так, дайте я пройду. Какие вам документы? Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Я попредставился. Нет, вот женщина. Смотрите, надо показать удостоверение. Удостоверение. Документ для чего? На основании чего документы? Просто так посмотрите. Ну кто вызвал полицию? Мы не вызывали, вот. Охрану вызвал. Кто полицию вызвал? Что случилось? Да, выходили через второй пост с энергетикой. Кто? Хорошо. Вот, молодой человек, девушка. Так, кто выходил? Молодой человек? Да, и я. Девушка. Девушка вам сколько лет? Много. 18 есть. Есть. Все, это для того, чтобы знать, да. Над либо сотрудникам ПДН. Не, не надо. Обращаться. И попросил чек. Они отказали чек. Не мы сказали по-другому. Мы сказали, нам не дали чек. Ну, не дали. Давайте я расскажу, смотрите. Мы подошли вам. Тихо, я расскажу. Предложили? Я главный. Подождите, можно я? Я говорю. Вы уже наговорили себе на статью. Можно я? Нет, нельзя. Запрещено говорить. Вы спросили, вам отказались. Купили банки энергетиков, нам не выдали чек. Мы сказали, ничего. На кассе. Не на кассе, в кулинарии. Не выдали, а, там не выдали там чек. Там не выдают чек. Там мы сказали, вы дадите нам чек? Сказали, нет. Угу. Мы сказали, охрана на выходе что-то скажет? Нет, ничего он не скажет. Окей. Вы запомнили, кто вам это сказал? Конечно. Очень хорошо. Не записали? Нет. Мы это не снимали вообще. У нас не было планов каких-то съемок. Мы просто пришли водички взять. Нет. Нет. Пошли, значит, на выход. Охранник говорит, я вас не выпущу. Я говорю, нам чек не выдали, мы купили там-то, там-то. Ага. Он говорит, вы чек показываете. Либо идите, восстанавливайте чек. А вы выходили, вот где нету касс, да? Да. Сначала в одном месте. Второй пост, правильно? Нет, там Ашан Павел. Нас не выпускали, потом начали применять сил. Смотрите, он сказал, я буду применять кольцовый баллон, и будете меня трогать. Они просто толпой навалились на него и начали бить. Особенно в белой рубашке. Прям видел вас. Он? Ну, по-моему, не видно, меня заломали, у меня, я не знаю, что с рукой, вот, я не чувствую просто. Она синичная вся. Я не знаю, может, перцовку он не применял, я ему сразу сказал, не вздумай. То есть никто с ней сам оборонял. Понятно. Просим установить личность, позвать сюда этих охранников. Я отказываюсь, чтобы меня снимали. Мало ли, что ты там отказываешься. Увольняйся. Да, это... Иди пиши, что ты увольняешься по-собственному. Учите его разговаривать, пожалуйста. Я отказываюсь, чтобы они меня снимали. Ну, выходи отсюда, чего ты отказываешься? Заламывать руки ты не отказывался. Нет, смотрите, вы держите в руках, возможно, украденную вещь и говорите, что нет состава преступления, поэтому СОК сюда не приедет. СОК не приедет. Как же так? А наушник? А куда вы ее уносите? Никто никого не грабил. Забирай с собой, чтобы никто не воспользовался. Он же не так, берет его а себе. А то вы начнете в охранников разбрызгивать. Да нет, вы правильно. Хотели бы уже, честно, сколько было возможностей. Вы же брызгать будете, правильно? Да не нападать, конечно. Подождите, вы просто забираете, что ли? Вы забрызгали тут в общественном месте, тут люди. А вы набрызгали? Не брызгали. Не брызгали? Конечно, нет, ничего. Они не что, 213-ю хотим? Нет. Молодцы, видишь, какие ребята. Вы умные, подковы, молодцы. Да, пусть так лучше. А ну, с наушником что? А? Ну, наушники, а чего, где его? Пойдемте поищем, если хотите посмотреть. Может, они где-то выбрали. Зачем? Выбрали. Это зачем? Пусть они разбираются. Ну, так возместят. Возместят. Ты что, парни, местные? А? Местные. Двуместные. Мы перевоспитываем охранников. Здесь просто драка была буквально минут 30 назад. Тоже чек спрашивали, хотя чеки они здесь не выдают. Что значит, что? Зачем?
А? За что не провокатор? Да, провокатор, конечно. Я вижу, слушай, ты обдолбился, что ли, чем вы просто не видели, что здесь было, они парни вчетвером избили. Чек? Они чек не показывали. Ну, наклейки наклеивают? Наклеил, наклеил. У вас наклеили наклейки? У него спрашивайте. Как тебя зовут? Владислав. Виктор Цой. Виктор Цой? Ну, пусть Виктор будет. Виктор, ты русский человек. Ты Россию любишь? Все мы русские. Ты историю свою любишь? Какую именно? Свою, русскую. Но они разные бывают. Ты хочешь, чтобы твои дети жили здесь? Вот именно. В России. Безопасности. В России. Безопасности. Свободными. Заканчивайте вот эту хуйню. Так вот именно, в этом же и есть. Ребята, свобода. Вы помогаете, даже не понимая того, людям, которые придут сюда порабощать. Россиян. Мы русские, нас этой хуйней не проймешь. Если вы так работаете вот на Госдеп, тогда пеняйте на себя, у вас всех посадят, я обещаю. Если вы, ребята, нормальные, заканчиваете, не ходите, не надо. А при чем здесь нормальные? Мы просто хотим, чтобы соблюдали права человека, чтобы выдавали как минимум чек нашей на кассе. Страны, нашей страны. В нашей они обязаны, вот скажите, они обязаны чек выдать? Я платил. Вот, оплатили. А просто до этого, я вам уверяю, 30 минут назад вчетвером его избили. Это уже для безопасности, потому что камеры не боятся, вот в чем дело. А как потом доказать? Твоим же материалом воспользуйся, и потом тебя с этими людьми посадят. А ты не виноват, вроде так, может быть. Просто пришел и снимаешь. А за что? С белоснижкой. Понимаешь, что дело в том, что напали. О том, что ты снимаешь. Для кого ты снимаешь? Для себя. Для себя? Конечно. Я же не на Госдеп работаю. А завтра этот материал попадет в сеть, им воспользуется какой-то ублюдок, блядь. Что выйдут на тебя, посадят тебя. Блядь. А как он воспользуется им? Ну мало ли, у тебя компьютер может быть. Какой-то левый. Думай, что ты делаешь. Если ты закон, на уровне закона, приди, зафиксируй. Вот, отдел, приди, зафиксируй, что тебе не выдали чек. И все будет по-другому. Зачем? Так туда даже не дойти, понимаете? Как не дойти? Это сейчас, а вот до этого он не мог дойти, его повалили. Не до этого подойдешь. А? Не придумал, до этого подойдешь, всегда все сделаешь. Ну вы хоть улыбнитесь, это вот такой строгий. Такое ощущение, как будто вы депутат либо. Да. Я не депутат, еще половина. А где? Слушайте, если не секрет. Ну не в этом смысле. Как и где? Не занимайтесь хуйней. Иначе попадете, будете сидеть. Даже если делаете это ради хороших вещей. Всем большое спасибо за просмотр. Убедительная просьба распространять это видео в соцсети. Можно в комментарии другим блогерам, можно нарезку в ТикТок и так далее, чтобы придать огласке и народному порицанию беспредел этих быдлонов. Было написано заявление, полиция попалась адекватная. Ждем результатов по проверке участкового. Ответ будет во вкладке сообщества на моем канале. Также создал телеграм-канал, где будут видео без цензуры и полезная информация для вас. Подписывайтесь на канал. До встречи.